Да ладно, тебе сладенько. Забудь об этом жирном плебее. Влад, заткнись. Но он же смерть, а ты принцесса. Заговори о дураке. Привет, Ника. А где Роман? Хороший вопрос. Эй, дурень, твоего брата здесь нет. Сделай-ка мне кофе. Что? Сделай хрена в кофе. А, ладно, сделаю тебе разок. Что? Продолжишь пялиться? Выкрою тебе глаз. Прекрасно, да он нахрен отморожен. Да оставь ты его. Он недавно в стране. Оно и видно. Ты к нам что, прямо из 85-го? Да, прекрасно. Да хватит уже пялиться на меня. Я знаю, что круто выгляжу и все такое, но достал. Привет, Мэлори. Привет, чувак. Привет. Самое время. Влад, мальчик мой, что случилось? Рома, мальчик мой. Это ты скажи мне, что случилось. Отличный лосьон, как называется? Долой секс? Нет, он называется «Где мои хреновые деньги?» Я достал их, ну, части. И тут пришли албанцы, с которыми ты обещал разобраться, разбили мой компьютер. Так это я виноват. Я так не сказал. Хорошо. Ну, по-любому Ника навалял им. Сломал Даргану руку, еще парочку взгрел. В общем, мы преподали им хороший урок. Значит, вот как. Вот что я скажу. Пока ты не заплатишь, вы с Ника окажете мне несколько услуг. Конечно. Почему нет? Пока, Влад. Что за... Телефон звонит. Да. Ладно. Нет, я не могу. Мой кузен сделает. Да, умеет водить. Да не мент он. Зовут его Ника. Он сейчас будет. Ника, неудобно просить, братан, но ты не мог бы подбросить Жермена. Он из постоянных. Он у Роттердамского холма на Магавковиню. Да без разницы. Что это вообще было? Ника зашел за тобой, Влад велел ему сделать чертов кофе, а Ника не захотел.